Интересно, будет слышно эхо или нет. Всем привет, друзья! Меня зовут Лера Каменская. Добро пожаловать на мой канал. Давненько я этого не говорила, конечно. Сегодня будет такое, знаете, самое, наверное, попсовое, популярное видео на YouTube. What's in my bag? Что в моей сумочке? Я хочу поделиться с вами тем, что я ношу с собой в сумке, немножко с вами поболтать, показать вам свою новую сумку, которую я считаю просто идеальной, потому что она супер универсальная, она подходит абсолютно на любой сезон, на любой повод, будь то вечеринка или просто какая-то деловая встреча в течение дня в городе, в общем, неважно, или это просто какой-то у вас будет отдых, не знаю, на море ее с собой можно взять. Вот такая у меня сумочка от Фурла. Эта модель называется Metropolis, но это не классический мини-Metropolis, это Metropolis Shoulder Bag. Очень удобная вариация этой сумки, потому что она идет на таком укороченном, можно так сказать, ремешке. Она не кроссбади, она носится именно на плече, хотя, в принципе, если по желанию, иногда, там, когда я хожу в клуб, я могу через себя ее надеть. Так тоже ее удобно носить, если немножко отрегулировать ручку. Она выполнена из очень-очень качественной кожи, и для тех, кто в поиске хорошей сумки, но не очень дорогой, я вот просто настоятельно советую обратить внимание на бренд Фурла, потому что сколько разных сумок я не видела, именно Фурла делает очень качественные сумки, супер качественная фурнитура, все сделано просто идеально, поэтому как бы, я могу смело вам советовать. Я такой человек комфорта в первую очередь, несмотря на то, что я, можно сказать, фэшн-блогер, делаю разные луки интересные, но я всегда голосую за то, чтобы вещи должны быть удобными. Вот, что касается ее именно функциональных каких-то плюсов. Сейчас, наверное, микрофон шумит. Здесь есть скрытый карман. Это позволяет очень удобно спрятать, например, телефон, когда вы идете, поговорили в боковой кармашек к себе, он как бы с вашей стороны, получается, спрятали туда какие-то ключи, не знаю, какую-то визитку, карточку. Это очень-очень удобно. Также сумка, здесь такой классический замок Фурлы. Самый узнаваемый, наверное. Очень легко она открывается вот таким образом. Вот внутри здесь такая тоже кожа. Сумка очень удачного цвета. Это такой пудровый нюд, который идеально будет сочетаться и с бежевым пальто, или с серым пальто осенью, и с летним легким платьем, и с какой-то даже, например, вот бордовая парка у меня есть, будет тоже классно смотреться. Так что, да, это просто у меня самая лучшая покупка этого лета. Эту сумку, кстати, я заказывала на сайте Lakmus. У них там огромный выбор сумок Фурла, и маленькие, и большие. И, кстати, Metropolis есть совсем большая модель. Есть также такие бренды, как Marc Jacobs, Chloe, Cochinelli и, в общем, много вот этих вот разных таких классных брендов, которые делают качественные продукты по адекватным ценам. Давайте заглянем. У меня сумка набита всегда просто до... Вот была бы огромная сумка, я бы ее набила тоже поверх. Первое, что я ношу в своей сумке летом, это, конечно, термальная вода. Я недавно зашла в супермаркет и увидела моршинскую термальную воду. Это очень удобно. Она, во-первых, очень такая тоненькая, узенькая, влазит в любую сумочку. Вот. Во-вторых, она стоит совершенно недорого. И, по сути, функция термальной воды именно освежить. Я не смотрю на количество минералов в термальной воде. Мне главное, чтобы она меня освежала в течение дня летом. Дальше, что касается каких-то бьюти-штучек, у меня здесь мой бальзам для губ от Chanel, который называется Hydra Beauty. Это на самом деле была такая покупка под влиянием разных глянцевых журналов. Вообще, этот бальзам даже уступает Кармаксу, я не знаю, обычный бальзам, который просто немножко увлажняет губы, поэтому, ну, как бы я пользуюсь им, у меня не супер сохнут губы сильно, но если вы думали, что это какое-то прям супер спасение, то нет, просто такая красивая штучка, такая шайбочка в вашей сумочке, которую, да, достала. Кстати, я советую не лазить пальцем туда, а именно губами целовать. У него довольно-таки большой объем, поэтому, в принципе, это получится. Вы меня спрашиваете: Лера, где ты живешь? Я сейчас живу в доме. Вы слышите эхо какое здесь такое сумасшедшее просто? Очки – это то, без чего я вообще не выйду из дома, потому что у меня суперчувствительные глаза,
И эта модель называется Ray-Ban Hexagonal 54 мм. Это третий размер в этой линейке, есть еще два предыдущих. У меня раньше эти очки были в голубой линзе, в такой зеркальной, но она быстро поцарапалась, потому что я иногда, точнее часто бросаю просто очки в сумку. Вот, и я заказала себе, поменяла на черное. Это самая вообще лучшая модель очков, которая только может быть. Если хотите купить себе какие-то базовые очки, то я советую именно на них обратить внимание, потому что они под любой наряд, опять же, под любой сезон, они очень классные, они не занимают много места в сумке. Не знаю, вообще Ray-Ban, они молодцы, они делают действительно прикольные очки и за недорогую цену. Мой парфюм, который я ношу с собой в сумке, честно говоря, я его ношу, потому что он небольшой, здесь 50 мл. Обычно все мои парфюмы это 100 мл или даже 125, например, как Guerlain. Этот 50 мл, это Irene Mediterranean Honeysuckle, средиземноморская жимолость. Очень приятный летний аромат, и посмотрите на его упаковку, какая она красивая, такой просто бирюза такая летом в золоте, я обожаю этот запах, он очень летний, легкий, свежий, он никого не будет напрягать, если вы с кем-то рядом сидите близко. Так, идем дальше, наконец-то достану свою камеру. Миллион вопросов о том, Лера, на что ты снимаешь? Я снимаю на Canon G7X, это такая селфи-камера, у которой поднимается, как она называется, мониторчик, экранчик, и вы, когда себя снимаете, вы себя видите, и это очень удобно. Плюс у этой камеры довольно-таки хорошее качество, что мне нравится, и не очень большой размер, что удобно. Хотя я бы, наверное, с удовольствием поменяла эту же камеру, наверное. Но я не знаю на что. Альтернативы лучше пока я не вижу. У меня здесь косметичка маленькая такая, ношу с собой салфетки. Я уже скоро сейчас обложусь здесь всем, чем только можно. Покажу вам свои бьюти-штучки. Сейчас на губах у меня очень крутая помада. Она супер бюджетная. Это Rimmel Stay Matte Liquid Lip Color в оттенке... Где здесь оттенок? Где оттенок, Лера? 720 мока. Это очень сухая помада. Ее, конечно, лучше на такие немножко пухлые губки, скажем так. Также, кстати, у меня опять от Rimmel. Rimmel – это на самом деле один из самых крутых и бюджетных брендов. Поэтому, да, обращайте на него внимание. Это белая пудра. Это пудра, которой я пользуюсь исключительно летом. Она есть только, наверное, в профессиональных брендах и масс-маркет брендах. Она супер круто матирует, она матирует кожу вообще, вот когда жарко на улице, это идеальная пудра на лето. Моя любимая помада, наверное, потому что у нее безумно красивая упаковка, это помада от Guerlain в лимитированном чехле, да еще и ко всему с моей фамилией. Guerlain сделали мне именную помаду. Она очень удобна в том плане, что здесь есть такое зеркальце, это кожаная такая вставочка, и вот такой вот у меня пинки, нюд оттенок, ну, в общем, как я люблю все. У меня есть наушники, потому что я всегда слушаю музыку, когда езжу в такси, а по городу я передвигаюсь, наверное, только на такси. Я не могу слушать радио, которое слушают водители такси, поэтому всегда с собой наушники. Таблетки от головы, потому что я ненавижу головную боль, и я ненавижу, когда у кого-то, кто рядом со мной, болит голова. Вообще, я ношу с собой всегда карт-холдер. Я уже давным-давно избавилась от кошельков, потому что они совершенно неудобны, они занимают очень много места в сумке, и, в принципе, я в основном рассчитываюсь карточкой, поэтому, да, карт-холдеры вам love. Я ношу свои серьги, кольца, потому что... Когда нужно быть немножко более нарядной, чем обычно, я могу просто поменять свои классические сережки на такие более крупные сережки. И тогда я выгляжу как-то, мне кажется, более, что ли, нарядно. Мой любимый телефончик, без которого я просто не могу, везде всегда с собой. Везде всегда со мной мой телефон. Это iPhone. Кстати, я не помню, как эта модель называется. Это 7-й iPhone или 6-й, я не знаю, в общем, это плюс телефон, мне удобно смотреть на нем видео, мне удобно на нем работать, потому что, когда мне приходят какие-то письма, я просто на огромном экране это все смотрю. Да, в общем, мой любимый телефончик. Ну что, это все, что было в моей сумочке, вот так она выглядит, пустая, там еще какая-то денежка валяется на дне. Вот,
Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я за вами очень соскучилась. Я знаю, что я снимаю редко видео. Я обещаю, что мы будем скоро видеться очень часто. Вот, ссылку на эту сумку я оставлю внизу, если я ее найду, или просто на этот магазин, в котором я заказывала сумку. Так что да, всех целую, всем пока!